дня. Я на правильном питании. Только фрукты, овощи и никакого фастфуда. Идея просто классная. Давай, давай. Это что такое? Я и тебе купил. Еще кипяток. С этого дня я занимаюсь саморазвитием. Хватит смотреть эти тупые сериалы и деградировать. Да, совершенно верно. Чтение. Конечно, конечно. А это же Дейнерис, да? Да. Рожденный, который. Да, да, да. Смотри, сейчас будет классный момент. Охренеть! Короче, я вроде все убрала. Давай договоримся. Мы теперь поддерживаем чистоту. Давай, конечно. Иди. Я так рад, что ты у меня есть. Слушай, а давай все делать вместе. А давай, будем всегда рядом. Смотри, дракон! Алло. Ну что, Антох, футбол уже скоро начинается, мы у тебя собираемся или нет? Чувак, я не знаю, мне Изабель заняла опять телевизор, смотрит какую-то фигню свою плаксивую. Слушай, ну ты же мужик, найди какое-нибудь занятие. Да, ты прав. Стефан, давай поговорим об этом. Изабель, а ты что тут делаешь? Ты вещи мои постирала? Вещи твои в стиралке. А еду мне разогрела, я вообще-то голодный. Еда в микроволновке. А посуда? Посуда? Посудомойки. А скажи-ка мне, дорогая, а кто пойдет в магазин за продуктами, а? Продукты сами собой не появятся. А продукты давно уже Инстамарт принес. Между прочим, свежие и без наценки. Братан, ничего не получается. Вещи в микроволновке, посуда в стиралке. Ну а продукты? Продукты Инстамарт принес, прикинь. Братан, да ты не переживай. Сейчас что-нибудь придумаем. Не понимаю, что... Братан! Походу, надо нового друга искать. Смотри, какие парни! Пошли познакомимся. Не-не-не, что будет как в тот раз? Давай представимся иностранками, сейчас чемпионат же мира. Давай, давай. Стой, ты какой язык знаешь? Татарский. Давай французский. Давай. Шамапель Изабель. Смотри, какие. Идем познакомимся. Стой, а то как в тот раз будет. А давай скажем, что мы иностранцы. Итальянцами? Испанцами. А какая разница? Пошли. Хулио. Педро. Блин, они, похоже, тоже иностранцы. В смысле, тоже, мы же не иностранцы. Да пофигу. Жимапель Изабель. Мерси баку. Они тоже иностранки. В смысле тоже, мы же не иностранцы. Короче, пофиг, импровизируем. Пицца Маргарита, Мазаностро, Казаностро. Походу гулять позвали. Фонарем, музыка так. Ла патуль, масатуль, литуаль. Уи-уи, уи-уи. Ай, бля. Все понятно с вами, Педро. Итальянцы, да? Француженки, литуаль. Это же магазин, да? Вот скажи, почему я вечно должен тебя ждать? Все люди как люди, а я суперзвезда. Я тебе уже 15 раз писал. Ты пишешь мне письма, такие печальные. Конечно печальные, я уже устал тебя ждать, а еще тебе звонил. Ты не звони, давно повзрослели. Может нам вообще расстаться? Заплачу и не закричу, и все равно тебя прощу. Ладно, я пошутил, пошли в кафе. Оставайся, мальчик мой, а мне пора домой. То есть как это домой? То есть ты меня не любишь, мы расстаемся? А может, черту любовь? Да хватит петь, уже задолбала, дура, тьфу. Парень, ты меня так сильно ранил. Эти песни опасно петь. Ага. У меня появился другой. У меня появился другой. Что ты сказала? Ничего, ничего, без
важно, чем выход. А выход... Я похудела. Я похудела от тебя бега. Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Я улечу, бегу и спалюсь. Но на тебе ни за что не женюсь. Не женится он на мне. Ха! Хочу я жить подальше от тебя. Пустыни годы. Разгар лета, а я еще даже не отдыхала. Так в Таиланд хочется. Нужно срочно найти парня при деньгах. Изабель? Помнишь меня? Это я, Петя, мы с тобой вместе учились. Свет, подожди секундочку. Привет, привет. Слушай, а куда ты идешь? Может, тебя подбросить? Я как раз на машине. Свет, я тебе звоню. Поехали. Слушай, ну ты круто, конечно, поднялся. Тачку купил. Может, съездим в Таиланд? Отдохнем? Это не моя машина, это тачка моего шефа и водитель. Что? Блин, а я так хотела в Таиланд, а ты все испортил. Да не переживай ты, просто подпишись на конкурсный аккаунт и всех спонсоров. Тут как раз разыгрывается путевка на двоих на Пхукет. Или 40 тысяч рублей. Слушай, а давай, дай-ка я подпишусь. Класс, спасибо, пока, Петя. Телефон верни. Девушка, это подкат такой? Я хочу быть с тобой, хочу, чтобы пел со мной. Девушка, не буду я с вами петь, и хватит меня фотографировать, вы какая-то странная. Сотый раз смотрю на твою фотку, ты такой красивый, без всякой обработки. Это ужасно. Мне, конечно, очень приятно, но у меня есть девушка. Полный бред вообще. А, так дело, наверное, в машине. Так она не моя, я ее в прокат беру. И вообще, я тебе не пара, я такая краля, и ты не тот парень. Вот девушки пошли. Who is is not sexy, frau, who is, who is? Опять? Лучше бы я на Жигулях ездил. Иностранец, богат, наверное, познакомиться хочу. Так ты же английского не знаешь. Так ты знаешь, пойдем. Ну пошли. Hello. Хаюшки. Oh, beautiful Russian girls. Спроси, откуда он. Where are you from? From Dubai with love. Говорит, что он из Дубая. Класс. Спроси, чем занимается. What is your job? I'm billionaire. I have my own financial corporation. Ну что говорит-то? Говорит, он беззаботный. Серьезно? Ну да, уволили его. Работал он в финансовой корпорации уборщиком. Yeah, financial corporation. Ну, спроси, хоть девушка есть? Do you have a girlfriend? Oh, no, I'm free. I want a Russian girl. Говорит, он гей и живет вместе со своим парнем. Где это? Мороженку эту куплю. Bye! Where is she going? Oh, she has a lot of kids and husband. Oh. Ну че, топаем в рестик? Why? Let's go. Я прям так рад, что мы снова вместе встретились. Ой, ну слушай, ну ты на печеньке-то не налегай, дорогой. А то паровозик-то будет опять пурчать всю ночь, а? О, слушай, Антох, а как у тебя вообще дела с бизнесом? Ну, слушай, на самом деле более-менее нормально. У нас вот акции сейчас возросли, все отлично. Самолетик, скушай. Ну давай, давай, за мамочку самолетик. Так, ужу. О, Тима и Умничка, всегда его так кормлю. Вы такие милые. Ой, а давай, ребята, споем нашу песенку. Дорогая, сейчас не до песен. Повторяй за мной. Я твой сладкий котик. Я твой сладкий котик. Поцелуй меня в животик. Поцелуй меня в животик. Ладно, ребят, мы пойдем. Так. Уже уходит, у нас дел очень много. Ну, пока-пока. Да куплю я тебе твое пальто. Сумка, идиот. Да какая разница, главное, перестань себя так вести. Вот сразу бы так любимый.